Привет, друзья! Сегодня мы открываем контейнеры архивные в Overwatch. У меня накопилось не так много, но я и не копил с самого начала. Я начал коллекционировать их уже под середину всего мероприятия. Привет, привет! Ясно Смирнова. Hello. Ну что, начнем с первого. Посмотрим, будут ли у нас легендарочки. Каждую открываю, Вер. Я выслушаю Давай. Ваши показания. Я убивал и за меньшее. Прекрасно. Такой потенциал. А, прям. Ну у меня не так их много, чтобы подряд их открывать. Давай, давай. Ну ладно, хэй с тобой. С такой работой пенсии мне не светит. Вот когда их мало, мне кажется, легендарок еще меньше выпадает. Вероятность. Простите, опоздала. Вероятность. У тебя денег много, ты сможешь купить. Еще раз. У тебя денег много, ты сможешь купить все, что тебе не хватало. А, это да. А, классно, я его купил. И почему я постоянно во все это ввязываюсь? Да он 250 стоит. Я потратил кровные денежки. Какая разница, 250 или не 250? Наконец-то. Слава богу. Как тупо. Эхо у тебя было? Эхо не было. Неординарное заявление требует неординарных доказательств. Как скажете. Да-да-да, овер. Что ты, где ты ноешь? Что ты ноешь? Сейчас пойдем ужинать. Дай мы откроем. Тебе повезло, что мы не ведем счет. Красота таится в простом. Nothing special. Верте передают привет. Шоса. Всем тоже привет, ульки. Здравствуйте. Чего она сказала? Шасар, тужур. А, понятно. Что-то на своем. Вау, какое клевое граффити. И снова неудача. Дурной мастер винит инструмент. Кто лучше всех? Глаза боятся, а руки делают. Это про тебя. Да. Дурной мастер винит инструмент. И знаешь что, моя хорошая? Про меня это глаза боятся, наконец-то, а руки делают. Джекпот. Ну, какая башенка на Уинстона. У меня Буб давно, кстати говоря, есть. Только я не Женя, меня зовут Глеб. Всем привет. Всем хорошего вечера. Когда видосы с альтзайцами? Вам что, мало? Вы в Инстаграм заходили, вы заценили? Бруно! Вы заходили к нам в Инстаграм, вы заценили нашу клевую фоточку? Ну все, мы только что погуляли, поэтому у собачек явная активность, наконец-то. Вот это, но это мне, правда, не нужно. Смирись. Так, ну-ка, оба, фу, успокоились. Мне... Чарлик. Хорошего вечера и приятного аппетита, спасибо большое. Так, это у нас хоть что-то. Кондуктор отходит на покой. Бдительного воина врасплох не застанешь. Кринж. Леди Кринж. Ты подводишь свою команду. У меня даже нет лучшего момента матча на Ханзо. Что я за него не играю. Представление начинается. А, нет, вот почему пирожные? Там должны быть булки. Не, ни о чем. Скажите, пожалуйста, где вы чипсоны заказывали? Смотри, это блядь, что? Булки, не пирожные. Пирожные. Попробуй этих прекрасных пирожных. Нет, попробуй. Почему бы тебе не отведать этих прекрасных мягких булок? А, булок, окей. А не пирожных. Французских. Французских.
Меня не удержать! Посмотри, какой скин. Он мне нужен? Вот он мне нужен? Я еще ничего не понимаю. Вот зачем он мне? Что там? Бастион? Да. А, нет, он крутой. Он, конечно, крутой. Есть такая вещь, называется пригородный магазинчик. Так вот. Попытка деления на ноль. Пригородный магазинчик, в них еще и как раз продается эстрелла. Ну, вот хоть что-то. Ошибка. Деление на ноль. Здесь он день бастиона? Да. Эмоции — это слабость. Ложь. А теперь грузится трансляция? Нет, не сметь плакать. Кто? Никто просто. То, что трансляция не грузится. Заря. Финальная четверка. Это гениально. Ну. Что, уже сдаешься? Жалко, что поделиться не можешь. Это я зря, конечно. Тяжелее, что я хотела себе Лусю. Эколайзер. У тебя не хватает денег? Нет, у меня все. Нет, это мы сейчас будем докупать. В срочном порядке. Давай докупи, как раз. Было приятно с тобой поработать. На самом деле. Кто-нибудь, найдите моего дворецкого. Нифига себе, мразь. Кто? Эш. Глеб, у меня задержка, я не понимаю. А. Так, ладно, я сделаю контейнер. Последний контейнер. Я не знаю, где тебя видно. Да, Вера очень обеспокоилась тем, что кто-то будет плакать. Что? Ты палишься, ты палишься. В смысле, что? А, ты со мной. А все, это последний контейнер. Я хочу с тобой поубирать, покупать. Тогда смотри, как ты будешь сейчас выглядеть. Привет. Такой. Так, нормально? Клоп. Ну вот мы открыли. Да, точно. Ну, четыре леги. Нет. Ура, ура, ура. Видите, они все золотые, значит, они легендарные. Ладно, нет, я обманываю, это всего лишь дубликат. Вот ты пока сиди, читаю чатик как раз. Замечательно. Прекрасно. У Веры задержка. Я бы побеспокоилась. Игра слов. Я не поняла. Ну, первым делом самолеты, естественно, а девушки потом. Где она? Первым делом. Я не то смотрю. На нее нету архивного никакого. Позор. Ну давай тогда. Давай. Моя нежная. Сладенькая. Моя любимая. Ах ты какая девочка. Так. Здесь у нас что-то имеется. Чипсы мы нигде не заказывали, они были куплены в пригородном магазинчике около Зеленограда. У него тоже есть коготь? Да, у меня задержка, я имею в виду. Я YouTube смотрю со своего компьютера, а Глеб рядом стримит. И там задержка в 4 секунды. И когда он что-то говорит, у меня через секунды 4 я могу ему только ответить, и он не понимает, о чем я. У него. Нет, это я не буду брать, я не играю не, за не Кэнди. Надо. У тебя есть эквалайзер на Лусю? Да, нет, по-моему, ты чё, откуда? В смысле не? А, ну вот подводник. Ну купи на эквалайзер на Лусю. Джеймсон. Он Джеймисон, извините, а Джеймисон. У тебя... Да, у тебя нет и циркач по-любому. Циркачи у меня оба есть. У меня и паяц. Да, короче, на крысу у меня очень много. Тратим денежки, тратим. Эквалайзер хочу. Сколько он стоит? Мне просто задолбала лягушка, потому что он слишком закрыт. Бруно! Брунчик! Так, поймай. Что? Поймай. Сейчас будут... Не надо. Бруно! Все, сядь. Сейчас пойдем ужинать. Братик, ну я играю за Лусю или я не играю за Лусю? Объясни мне. Как хочешь. Однозначно. Дальше. Само святое, на что я потрачу сейчас все свои деньги. Это вот на вот эту мадаму. Я купила врача.
Ученого. И на ученого. Я ученого купила. Я купила же ученого. Надеюсь. Так. На ком мы еще играем? Пишут, что Brawl Stars, что ли? У меня она есть, по-моему. Не помню. Надо. Я в последнее время очень часто... Что-то не трать все-то, больной! В смысле? Кроме мысли, там еще годовщина будет, там вообще будет жопа. Я накопил, за этот месяц накопил десятку. Охренеть. Мерси уже купили. Ты военного врача купил? Да, конечно. На это ничего нет, на Эш что-нибудь есть? На Эш светской лица. Ну, только он прикольный. Ну, да, только Боб классный. Боб классный. Brawl Stars. Brawl Stars. Нет, не бери авиатора, я тебя умоляю. Нет, пожалуйста, нет. Мне самому не нравится. Очень мне его не нравится. Прям... Здесь у нас кто? Эми де Кудасай. Пишут. Вообще... Ну, испугались? Обосрался. Кстати, Глебушка, я тебя смотрю еще со времен Ларри Джонсона. Бог ты мой, это сколько лет? Сколько это лет? Всем привет. Глеб, скажи всем привет. Всем привет. Нет, за 3000 я ее брать не точно не буду. Мне солдат выпал, поэтому... Ну, я за них не так много играю. Они могут подождать год. У меня выпал лейтенант Вильгельм. Он дешевый, он весь 50 классно. Стоит. А поленицу ты не будешь брать? А где поленица? Ну... Вот это бы... Заразу бы взять. Поленица 3000? А когда она заканчивается? Еще сколько сутки! Сколько нужно заплатить Вере денег, чтобы она дала мне живую тутор по мейку? Стой, самое главное! Не знаю, может 1000. Может меньше. И почему я не знаю. Во все это ввязываюсь? Если действительно хочешь, то напиши. Так. Обсудим. Может 1040, может так, миллион. Это не то, а где эмоции? Ладно, если действительно хочешь, напиши, договоримся. Откуда у меня хасл, прости меня? Я не знаю, откуда у тебя хасл. У меня такое ощущение, что это тогда ты на годовщину. Когда мы играли на годовщину? Эй! Бруно! Но он жрет его. Кушать хочет. В инсту. Мне напиши. Ну чё ты злишься? Блин, я хочу. Вер, возьми, купи себе. На Уинстона не будешь брать? Задонатьте себе, точнее, подобного. Срочно. Ребят, ссылочка на донат в описании профиля. Помогите Вере, нужно купить эквалайзер на Лусь. Да как я его куплю? Как? Их задонатить нельзя. Их нельзя вывести в монетки? Да. Это отвратительно. В том-то и проблема. Я бы так закинула, типа, рублей 300. Было бы сколько, 500. Ну, я думаю, на этом... А-а-а! А у деда ничего нет, по-моему. У деда что-то есть, только нету дешевое. Ничего деда. Она выпала тебе. А, нет. Мне нету выпал... ничего. Мне доктор Декойпер мне выпал. Блин, есть для вас подарок, как его можно передать? А ты где живешь? Эндер Фортерс отправил панду. Он больной? Ты что, с ума сошел? Макс, ну хорошо. Чарли, Бруно, хватит. Разыгрались. Он у меня есть. Серьезно, нет? Да, он у меня выпал. А что-то еще есть? Чумасвин. А все, я всех посмотрел. Поленицу! Да не нужна, она мне не нравится. Да как ты ж смеешь? Ну, я не самый красивый. Я не так часто играю. Научишься как раз. Я умею играть. Я умею, но я не так... Поленицу. Поляница. Я не знаю, поленец, я не знаю. Но она же богатырь, посмотри. Ну богатырь. 3000. Глаза боятся, руки делают. Я не знаю, говорит она так или нет, но пипец. Она глаза хрючная. Боятся, а руки делают. У тебя из новых что-то есть вообще хоть одно? Нет, да? Нет, ничего. Санкт-Петербург. Так, да я думаю, мы уже... Почтой отправить. Все, можно шлепнуть собаку. Бруно! Не играют, отстань от них. Но они мне мешают. Ничего мне не выпало из нового. Можно почту, напиши мне, если действительно что ты хочешь отправить, напиши в Инстаграм. Максим, слово немножко. Ну, он вообще, видимо, не вступляет. Я помоляю, аккуратно с проводом. Прошу. Отошел отсюда. Жлоб. На этого точно ничего не... И на этого есть коготь. На всех есть коготь. Ты чё? Ну... Но я на самом деле, я хотел взять на всех коготь, чтобы играть все вместе в этом скине. Подожди, стой.
сделай по-другому. Как? Фильтр. Архивы. Готово. И каждого просмотрим. Давай попробуем. Ничего. Молодая бабка. У меня выпало, кстати, по-моему. Два есть. Два есть. Коготь. У меня есть. Ничего нет. Два, одно есть. Нет, 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 я не играю. Нет. Блин, я его купила бы, блин. Мне как раз воркаут. Ну не знаю я про поляницу. Честно, приветики. Приветики. С ума сойти, мне кто-то смотрит на ютубе. Гонщица, что? А что гонщица? Ну она такая, обычная. Ты видишь, откуда... А? Что? Здесь ютуб, здесь тикток. Либо мне надо оплатить тогда, чтобы транслировать сразу на две платформы. Вот. Да. Чарли! Он играет. Два есть. Где у тебя звук идет? Где у тебя звук транслируется? Почему я слышу звук? Два есть. А что модераторы могут делать? Банда мертвецов. Удалить комментарии. А Соня, нижний подчеркивание, 4 тоже модератор. Да. Ты поставил модератором друзей? Или каких-то топовых своих чуйков? Топовых чуйков. Прикольно. Ля какое. Это 2. Ля какое. Брончик. Брончик. Что? Мне казалось, там написано было «Слава Богу». Слива на снегу. Слава Богу. Ну, сектор. Рейнхард. Вот это мне не нужна, мразь. Черная линия. Ой, ты даже линия. Ничего нету. Ну ладно, этот прикольный, конечно. Да, я вообще не играю на меня... солдате. Мне выпал этот. Ребят. Ой. Кэрон. Да, есть такое. Типичная Кэрон. Давай, давай. Здесь мне... Стиляга. Вот и зачем мне это вообще нужно? Ничего не нужно, не играю за Торбьёрна. Трейсер, вроде прикольная кавалеристка, а вроде... Ну, кадет тоже клёвая. Кадет лучше. Я не буду этот ещё. Эй, хватит. Ну, это не кушать хотят. Я тоже хочу кушать. Банан. Ну, думай сам, я взяла его... Я думаю, на этом мы остановимся. Я про него забыла. Роберт. Ну, на эту паскуду ничего нет, на эту паскуду. Что ж, ладно. Если мне что-то прям приспичит, то я обязательно это возьму, друзья. А пока, вот как-то так. Что имеем, то и получаем. Я ухожу искать. Да. Кто хочет, поиграть, пишите, пожалуйста. Если кто-то хочет помочь... Если кто-то хочет помочь на видеокарту, чтобы я, наконец, уже смог стримить Overwatch, как нормальный человек... Подожди, пожалуйста, вот Книксон, да. Спасибо за Книксон, Вера. Если кто-то хочет задать, есть ссылка в описании. И так далее. Спасибо, что были со мной на прямом эфире, друзья. Всех люблю. Что это? Всех люблю, друзья. Что ты ко мне пристал?